Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановні експерти, гості, усі, хто по цей та по той бік екрану. Сьогодні, як завжди, по четвергах о 19:30 приєднуються до нас, до наших розмов про найголовніше, про найактуальніше в програмі «Контраргумент». І сьогодні ми говоритимо про фінансово-економічні підсумки року, що минає, про перспективи року, що прийде йому на зміну. Як завжди, у нас сьогодні дуже поважні, дуже компетентні, і що найголовніше, ці співрозмовники, які сьогодні беруть участь у нашій розмові, вони ще і відповідальні. Адже практично усі, хто сьогодні зібрався в цій студії, вони або безпосередньо впливають на життя міста, області, кожного з нас тим чи іншим чином, чи принаймні дуже добре розбираються в тому, як це відбувається. Втім, трохи пізніше мій колега Олександр Молодцов представить і експертів, і гостей. А зараз я пропоную подивитися перший сюжет, який веде нас у курс справ. Будь ласка. З нового року українців очікує чергове підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства. Доведення їх до економічно обґрунтованих вимог Міжнародного валютного фонду. Втім, вимагаючи від уряду проведення жорсткої фінансової політики, ця організація не враховує соціальну складову. Економіка України сьогодні знаходиться у кризовому стані, і ситуація має тенденцію до погіршення. Проєкт бюджету на 2016 рік певною мірою це підтверджує. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запевняє, консультації тривають, і головний фінансовий документ країни може бути змінений. Необхідності цього впевнений президент Петро Порошенко. Незабаром передбачається презентація нового податкового кодексу, і бюджет на наступний рік варто приймати з його урахуванням. У будь-якому разі нас очікує не лише збільшення тарифів, а й цін на товари та послуги. Розуміючи невдоволення суспільства цього приводу, Яценюк анонсував підвищення соціальних стандартів. Передбачено зростання мінімальних зарплат та пенсій на 12%, втім і рівень інфляції, який прогнозують, також 12%. Прем'єр впевнений, що такі заходи компенсують зростання цін і тарифів. В той же час він визнає, що підвищення соціальних стандартів на 13-19%, яке відбулось у вересні поточного року, не змогло компенсувати втрати українських сімей. Прем'єр запевняє, залишаться всі базові соціальні виплати для ветеранів, інвалідів, чорнобильців та молодих мам. Буде продовжено і програму субсидій. Такі заяви – яскрава обкладинка, адже мінімалка до кінця наступного року становитиме 1496 гривень. Той, хто і сьогодні може прожити протягом місяця на такі гроші, майже чарівник. Експерти кажуть, що уряд в угоду МВФ знов обрав легкий шлях. Замість комплексної економічної реформи, фактично ми отримуємо чергове підвищення податків і погіршення рівня життя населення. Що ж до самих тарифів? Аби розмір не вбив українців одразу, їх підвищують поступово. І процес вже триває. Так, електроенергія до березня 2017 року загалом подорожчає у 3,5 рази. Тарифи зростатимуть в березні та вересні 2016 року. При цьому власники так званих двозонних лічильників платитимуть за електроенергію менше, так як вночі електрика коштує наполовину дешевше. Тарифи на газ до кінця зими для населення залишатимуться незмінними, а от у квітні наступного року уряд тарифікацію переглядатиме, не виключаючи обіг зниження, але додають купу «якщо». Не виключаємо і ми, що це може бути черговою маніпуляцією, мовляв, радійте, ціни і так найнижчі в Європі. Як все це вкупі вплине на життя пересічного українця, яких цін очікувати насправді, наскільки ефективними будуть програми субсидування, поки говорити рано. Анонсований розгляд податкового кодексу та бюджету у Верховній Раді в середу не відбувся. Та й місцеві фахівці з профільних департаментів поки утримуються від коментарів. Всі чекають, яким буде бюджет 2016 року. Шановні глядачі, давайте познайомимося з нашими гостями. Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Дмитро Прокоф'єв, начальник Державної податкової інспекції у центральному районі міста Миколаєва, Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Доброго вечора. В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Володимир Грипенко, заступник директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської обладміністрації.
Також п'ятим нашим експертом буде Володимир Євсєв, керівник Миколаївського обласного фонду підтримки підприємництва, декан Південної бізнес-школи. Доброго вечора. Шановні глядачі, тепер познайомимося з нашими гостями, які будуть ставити свої запитання, а також додавати свої цінні думки. Володимир Ємельянов, директор Інституту державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, доктор наук, професор. Ігор Пох, миколаївський журналіст, публіцист. Валентин Бєльський, керівник меблевої фабрики «Ренесанс», голова ради Миколаївського клубу директорів. Валерій В'єтров, представник громадської ради при Державній регуляторній службі України. Другий ряд, прошу. Олександр Ухмановський, бізнес-консультант. Володимир Парсяк, декан факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ольга Купчишина, заступник начальника Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва, головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Завершує Сергій Буркавець, керівник підприємства «Южна судоремонтна компанія». Доброго вечора, запрошую всіх до дискусії. Отже, як бачите, співрозмовники у нас надкомпетентні, надобізнані, і, відверто кажучи, навіть було досить складно нам, авторам цієї програми, вирішити, кому пропонувати місце в гостях, кому в експертах, адже сьогодні цей розділ у нас є дуже умовним, і практично з обох боків у нас є люди, які не тільки, як я вже казав на самому початку програми, мають безпосереднє відношення до того, що відбувається, але й певним чином визначають те, як ми житимо, принаймні, вже в наступному році. Не випадково у нас є декілька представників підприємництва, адже зрозуміло, що фінансово-економічний рік, він, фінансово-економічна ситуація в державі протягом року, вона не могла не відбитися саме на підприємництво, на підприємництві, на різному бізнесі, я маю на увазі і агропромисловий комплекс, і решту інших. Тому я пропоную подивитися зараз сюжет, який є досить великим, це незвично для нашої програми. Пропоную вслухатися в ті цифри, ті порівняння, про які йдеться у ньому. Адже саме це ми зараз будемо обговорювати. Будь ласка. Нестабільна економічна ситуація в країні позначається на роботі як великих, так і малих підприємств тією чи іншою мірою. Коливання курсу долара збільшує витрати на товари імпортного виробництва, на комплектуючі тощо. В той же час для підприємств, які працюють на експорт, вирощуючи серед іншого зернові та овочі, коливання курсу національної валюти часто тільки в плюс. Загальна статистика невтішна. Протягом січня-вересня цього року до половини миколаївських підприємств декларували збитки. Промислова галузь, будівництво, машинобудування, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – за результатами 2015 року такі галузі мають мінус, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Для середніх підприємств рік був нелегким, проте перспективи є. Товариство «Южна судоремонтна компанія» орендує потужності на Чорноморському суднобудівному заводі. Директор Сергій Бурковець показує за діл. Розповів, зараз мають замовлення. Судноремонт є, завантаженість повна. Ми беремо кілька заказів. У нас йде от серія, в этом 16-му році у нас зайшла серія пароходів. І, пользуясь тим, що один пароход на виході, слідуючий готуємо тендеру или же готовим уже к постановке его в завод, закупаем согласно технической документации и ремонтной ведомости необходимые материалы, необходимые запасные части, и вот таким способом получается. На сегодняшний день мы где-то 100% загрузка у нас є. Ситуацію покращує наявність замовлень, стабільні авансові оплати і те, що для судноремонту в обсягах підприємства не використовуються доки. Робота кипить, необхідна інфраструктура є. На підприємстві наразі кадровий голод. Потребують робочих рук для складальних, корпусних і фарбувальних робіт. Керівник нарікає. Нестабільний валютний курс, відсутність зручного кредитування і державної підтримки теж даються в знаки. На мій взгляд, чтобы государство смогло прокредитовать вот такие
компании, как наши, для закупки оборудования более новее. Также может быть какие-то льготные условия для судостроительной отрасли, в той же аренде земли и в покупке оборудования, потому что само по себе судостроение, судоремонт – это довгоіграючий проект. Ще одна точка зору – сільськогосподарське підприємство «С Росток» – великий постачальник овочевої продукції не лише на внутрішній ринок, але й на закордонний. Не дивлячись на відчутні труднощі, має стабільну динаміку. Радує і врожай, і ціна, і географія партнерів. Ми на сьогоднішній день дуже довольні ринком. Ценой, которая сегодня есть, это не прошлый год, когда мы действительно была ситуация, что не было рынка, не было цены, и у нас были большие проблемы, мы отправляли за границу, и с границами, в связи с этими санкциями международными, разными, которые вокруг нас обложилось, да? Вот, мы не знали реально, что делать. А в этом году ситуация не такая. Курс доллара відчутно впливає на аграрную галузь. В данный момент заключены контракты на поставку в ближние зарубежья у меня Грузия, Азербайджан, также Казахстан, Узбекистан, это Средняя Азия. В этом году будет впервые нашей компании осуществляться реализация в Испанию и в Германию. Ще одне сільгосппідприємство – насіннєве товариство «Золотий колос» теж працює без великих потрясінь. Цьогоріч врожаї хороші, ціна на збіжжя прийнятна, тому нинішні економічні негаразди підприємство долає. Ми досить стабільно йдемо, бо сьогодні вже ціна на товарне зерно майже така, як була ціна на насіння 2 місяці по тому. Тому так, десь такий якийсь баланс є. Ми сьогодні відсіялися озимими, ми сьогодні стабільно працюємо, коли в наш міжсезоння ми трошки ж є своя переробка, і тому люди в мене зараз задіяні більше у переробці. Відчутно допомогли попередні запаси витратних матеріалів. З 2014-го були забезпечені матеріалами, тобто в нас були вже закуплені добрива, було десь паливо, було насіння. То цей валютний скачок, який був на початку 2015 року, коли багато аграріїв були змушені так по завищеній ціні брати сільгосхімію, добрива, насіння, то це нас не геть зовсім не торкнулося, будемо казати. Це ми трошки так пережили. Певна інтрига тримається з питанням ухвалення нового податкового кодексу. У фахівців є обґрунтовані зауваження. Аграрії з побоюванням чекають нових податкових правил і б'ють на сполох. Хочуть зберегти нинішній спецрежим оподаткування. Це зашморг на шиї сільгоспвиробника. Цього не можна робити. Наводять приклад, що десь там, як і в країнах, є ПДВ на сільського виробництва. Так ви ж скажіть, що 500 євро получає на кожен гектар дотації фермер в Польщі, чи в Данії, чи в Норвегії, чи в інших країнах. Що ж ми робимо сьогодні? Ми сьогодні кредитів немає, ставка 30%, і їх не дадуть, бо нема під що закласти. Це раз. Друге. Сьогодні вимивається 20% оборотних коштів від фермера. А він збуває продукцію один раз осінню, а купляє товар цілий рік. Обігових коштів немає, кредитів немає, як йому сьогодні виживати? Мені б дуже, власне, мені хотілося, щоб спецрежим по ПДВ для сільгосппідприємств залишився. Сьогодні усі аграрії чекають оцього потрясіння. Підсумую, не всі опитані нами представники великих підприємств готові були говорити на камеру про результати їх бізнес-року. У кожного свій рецепт виживання у кризу. У телефонному режимі про збитки і про прибутки говорили мало, бодай не наврочити. Загалом рік видався вкрай нелегким, економіка не сприяла і сподівання щодо наступного року, м'яко кажучи, дуже стримані. Перш ніж розпочати нашу дискусію, адже певне коло тем, принаймні для
першої частини нашої програми ми окреслили. Я хочу нагадати, що до нас можна приєднатися, дивитися нас не тільки по телевізорах, але і в мережі інтернет на нашому сайті в Ніколаєві.Інфо. І вже за 12 хвилин ви побачите на ваших екранах телефони прямого зв'язку, зможете приєднатися до нас безпосередньо по телефону, або ж по інтернету також через Фейсбук, або на нашій сторінці, на це сторінка «Контраргумент», програма «Контраргумент», або на моїй особистій. Будь ласка, пишіть ваші запитання, зауваження, вони також пролунають в ефірі. І за традицією, панове, по хвилині кожному для того, щоб визначити вашу позицію на початку нашої програми. Олександр Федорович, будь ласка. Дякую. По-перше, хотів би подякувати всім, хто знаходиться в цій студії. Дуже поважне товариство тут зібралося. Хотів би сказати, що прогнози на наступний рік, якщо взяти поправку на те, який в нас зараз планується бюджет, бюджетний кодекс та податковий кодекс, вони не втішні. На мою думку, краще залишити так, як є. І всі думки, які я чую доходять до мене, вони також пов'язані з цим податковим кодексом, який змінює зовсім наповнення бюджету, і бюджетний кодекс, який змінює розходну частину. І не в бік міста Миколаєва. Зараз я кажу не як підприємець, а я кажу як держслужбовець, який опікується благоустроєм міста, який опікується громадянами, містянами. І нові ці зміни, вони зараз, як я бачу, не на користь містян. Дякую. Дякую. Дмитро Вікторович, будь ласка. Я як представитель фіскальної служби могу сказати, що да, дійсно, ми всі там видим, знаємо, розуміємо, що зараз економіка в кризисному положенні знаходиться. Але, тим не менше, як і в сюжеті звучало, там определенна там, група підприємств, кількість підприємств, вони, тим не менше, показують все одно хороші фінансові результати. Ми це видим і по налоговим поступленням, по їх оборотам і так далі. По поводу нового кодексу, от, я вважаю, що все-таки треба дождатися того, что примут, да, то есть есть, мы все знаем, что есть один вариант, есть второй вариант, и в каждом из них есть свои какие-то там однозначно плюсы и минусы, вот, и поэтому, ну, давайте все-таки дождемся то, что примут, а потом уже будем исходить из этого. Я понимаю, насколько сложно официальным лицам говорить о чем-то, о чем как бы мы уже все говорим, но чего еще нету официально, это и проект бюджета, и, собственно, это бюджет, вернее, да, и это налоговый кодекс. И поэтому я вдвойне признателен вам за то, что вы пришли. У нас сегодня еще есть, будет отдельный, есть отдельный сюжет о налоговом кодексе, о налоговых вот этих всех изменениях, которые планируются, и, соответственно, будет разговор об этом. Я, если можно, еще про спецрежим, вот звучало только что в последнем сюжете, хотел бы добавить, что, к сожалению, довольно большая часть вот этих сельскохозяйственных предприятий использует этот спецрежим НДС для формирования схемного кредита. Просто для легализации зерна, которое покупается за наличку у фермеров и потом продается уже там крупным компаниям-экспортерам. Поэтому тут есть и другая сторона медали. Поэтому я считаю, что правильнее в данном случае было бы вернуться все-таки к дотациям, каким-то там убыточным предприятиям, потому что, ну, несопоставимые цифры вот этого схемного НДС, который формируется этими предприятиями спецрежимщиками. Спасибо. Я надеюсь, что нас смотрят люди, которые понимают то, что сказал Дмитрий Игоревич, потому что для меня большая часть его слов, в общем-то, это так, знаете, такое фонетическое упражнение. Вячеслав Валентинович, ваша статья, появившаяся, ну, собственно, в интернете и на Фейсбуке бурно обсуждавшаяся, стала событием недели. Пожалуйста, вот что вы по этому поводу? Да, начну с плохого, да, если говорить об итогах этого года, падение производства, там, по оценкам разных экспертов, это там 12-15%, инфляция 45%, внешний долг государства составляет 95% от всего ВВП, то есть вдумайтесь только в это. Можно бесконечно, конечно, там, зарплатах, пенсиях и все прочее, прочее, но основной критерий вот на фоне этого всего. Любая сила государства, да, это экономика. Критерий экономики – это какое количество предприятий новых появилось в этом году. Да? Я уже не говорю за какие-то там заводы, фабрики.
Мы заметили, что уже магазины перестали появляться, которые мы всегда говорили, что нам надоело это все, тем не менее. При этом, к сожалению, огромное количество предприятий такие закрываются. Отток, можно по-разному относиться там, к этим офшорам и прочее, но тем не менее наблюдается действительно вот то, что еще есть, оно вытекает. Вытекает, и хотя эти средства, которые могли бы вкладываться в нашу страну, в наш город, в нашу землю, эти средства уходят. И основной причиной этого всего, я все-таки вижу, можно списывать на войну, на нашего северного соседа, на плохую погоду, на все что угодно. Вот. Основная причина, я все-таки вижу, несовершенство налогового кодекса, потому что это есть основа. Да? Нет правильного кодекса, нет бюджета. Сегодня даже международные наши кредиторы приостановили очередной транш кредита, потому что мы никак не определимся, с каким налоговым кодексом нам жить. И те изменения, которые сегодня сформулированы Кабмином, ну это такая игра в наперстки. Да, мы тут на 2% понизим, тут на 2% повысим. То есть фактически это не есть реформа, это есть такой фейк. Вот. Спасибо. Владимир Владимирович, пожалуйста. В ваших сюжетах очень красноречиво показано то состояние экономики, которое есть в Украине, и в целом оно отражает сегодня ситуацию в области. Не может сегодня в Украине быть плохо, а в области хорошо. Тем не менее, весь этот год проработали под, скажем так, вот кто помнит старый фильм «Приказано выжить». Вот экономика работала под этим девизом. Там приводились примеры сельхозников, которые наращивают объемы, для них более-менее сегодня удачная ситуация. Приводились примеры промышленных предприятий, которые есть заказы. Приводились примеры другие, которые работают, работают более-менее устойчиво. Но, тем не менее, все, вот приводил коллега здесь примеры, о падении, значит, 15, это так, скромненько, если можно говорить, статистические данные, и инфляция 45%. Таких показателей Владимир Михайлович помнит, он работал, ну, наверное, с конца 90-х годов мы не переживали. Это были там в начале 90-х годов, когда была тысячная инфляция. А экономисты понимают, что при такой инфляции 45% развиваться уже ничего не может. В первом сюжете приводилось о том, что растут тарифы, и такой там красноречивый пример о том, что на 1430 чем-то гривень может выжить волшебник. Вот это основная причина. У нас рынок сегодня в области, малое и среднее предпринимательство, оно формировано на потребительский рынок. То есть, если брать, то практически 90% всех работает за наличные деньги. При отсутствии денег у населения, которое может сегодня оплатить, и опять же, вот коллега приводил примеры, что закрываются магазины, когда деньги были, они развивались, а сегодня недостаток вот этих денег у населения для того, чтобы покупать и обеспечивать нормальный рост экономики, он дает. Баланс расходов и доходов населения сегодня не делается, но мы в управлении делаем для себя мониторинг, для того, чтобы понимать тенденции. Он сегодня показывает, что у населения, это если брать доходы, зарплаты, пенсии, официально. У них только достаточно денег на прожиточный минимум и покрытие услуг. То есть практически они не могут сегодня за свой счет инвестировать в экономику. И красноречивый пример падения товарооборота. Такого товарооборота падения в целом по Украине на 32%, по области на 28%. Ну, мы за счет сельхозской, у нас свои там овощи, фрукты, мы немножко снизили товарооборот. Падение такого товарооборота уже показывает о том, что нет сегодня достаточности для денег для развития экономики. И второй важный момент, что деформирована структура товарооборота. Она была только такая структура, ну, в конце, скажем так, 90-х годов. Нормальная структура товарооборота – это 35%, когда население тратит на продукты питания, и 65% на промышленную группу. У нас сегодня перевернутая структура, она деформировалась. То есть население сегодня основную свою денежную массу тратит на продукты питания и на основные товары, то есть такое длительное хранение, тратит очень мало. Вспомните, 5-7 лет назад, когда развивалось очень кредитование, скажем так, брали кредиты все на все, какими темпами у нас развивался, скажем, там, товарооборот, развивались услуги. На сегодня этого всего, к сожалению, нет. И сегодня правильно здесь говорили о том, что единственными источниками пополнения доходов населения и работающие условия, это будет изменение в бюджетный кодекс, который повлечет за собой изменение пенсии, и налоговый, который даст возможность наращивать заработные платы. Без этих шагов будет очень сложно выбираться. Тем не менее, область в этой сложной ситуации
учитывая структуру, измененную структуру нашего, скажем, там промышленного, структуры экономики, область заняла за 9 месяцев по результатам 5 место. То есть, ну, есть еще какие-то плохо и в Украине, плохо и у нас, и тут говорить о том, что хорошо, но тем не менее резервы для выживания и для наращивания, они есть, и их нужно использовать. Уже вчера приводили примеры, и все вы слушали, говорили о том, что даже там иностранные представители говорят, что они заметили рост экономики, то есть у нас в Украине где-то примерно на 0,7%. Ну, такой рост заметить очень сложно, это специалисты понимают. Скорее, что замедление темпов падения. Падение, скорее всего, да, чем это будет рост отрицать. Но, тем не менее, уже видят, значит, и представители, что у нас есть какие-то положительные. Ну, вы сами понимаете, что кризис не может вечно длиться. Мы все воспитывались на классике, помним синусоиду, то есть за все подъемы, падения экономики. То есть все зависит от глубины нашего падения, куда мы будем падать и когда мы оттолкнемся во время. Естественно, все мы ожидаем о том, что... Уже копаем. До дна уже докопаем. Таки, что мы получим развитие. И вы знаете, что тут, скажем так, не для оптимизма, а не для того, чтобы для самоуспокоения, но тем не менее будем надеяться, что все-таки мы начнем, ну, скажем, выходить из этого постепенно, мелкими шажками. Да, это будет длительный процесс, он не будет таким скорым, но все-таки нужно надеяться на то, что будет лучше. Спасибо, Владимир Борисович. Ну, поскольку вы, я приоткрою секрет, были инициатором этой программы, поскольку вы, наверное, единственный вот всех тех, кто готовил эту программу, я имею в виду вот журналистов, кто понимает вообще абсолютно все, о чем здесь идет речь. И судя по вашей такой многозначительной улыбке, мне кажется, вот особенно, которая вас блуждала по лицу, когда говорил Владимир Кузьмич, мне кажется, что все-таки, может быть, есть какие-то, вот знаете, ну, не знаю, там пожарные выходы, или там нельзя выйти в дверь, можно выйти в окно вот, и выбраться из этого кризиса. Потому что пока что вот, знаете, по нарастающей шла драматизация ситуации. И вот мне кажется, что Владимир Кузьмич уже просто подвел такую жирную черту под всем, что у нас происходит. Ну, вы знаете, я улыбался, потому что действительно, когда чиновники говорят правду, то это и есть демократия. То есть это действительно здорово. А коль вот вопрос вы сразу задали по поводу вариантов выхода, то я вместо заготовленной минуты скажу следующее. Вот эксперты пускай меня поправят, но вместе с тем давайте все посчитаем. Один из банальных выходов на микроуровне, хотя он может перенести на макроуровне, это замена, казалось бы, того, чем мы пользуемся постоянно. Обыкновенных наших электрических лампочек на LED-лампочки. Вот мы сделали расчеты. То есть замена всех электрических лампочек у себя дома позволит каждой семье сэкономить 40% от стоимости электроэнергии, которая ежемесячно оплачивается. 40%. Да, лампочки дорогие. Конечно, было бы здорово, если бы государство приняло какую-то программу trade-in или еще какую-то, которая позволила бы людям получать эти лампочки не по 100 гривен за каждую лампочку, а по какой-то акционной цене и все остальное. Но все-таки 40%, с учетом того, что некоторые сейчас платят около 200 гривен за электроэнергию, это достаточно. За год эти лампочки при гарантии 2-3 года, они полностью отбиваются, а дальше уже идет полноценная экономия. Это просто маленький сюжет. Но интересно другое уже на макроуровне. Если представить себе, что все семьи нашей родной страны перешли на эту технологию, то несколько процентов, около 10% всей электроэнергии, которая вырабатывается сегодня, она окажется не востребована в нашей стране. Ее можно продавать за границу. Это уже поступление валюты. То есть вот вам банальный, простейший пример вот действий, направленных на выживание наше сегодняшнее. Не ждать бюджет, субвенции и все остальное, без этого невозможно. Но что-то делать нужно. Я думаю, эксперты поправят. Спасибо. Прежде чем мы перейдем к мнениям экспертов, просто уже поскольку в нескольких выступлениях наших гостей звучали отсылы к налоговому кодексу, давайте посмотрим сюжет, который подготовила Татьяна Милякина. Он касается именно этого. Я думаю, что нам тогда будет гораздо проще разговаривать. Вы хотите что-то сказать сейчас? Нет, я добавлю потом. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, смотрим сюжет. В
2015-й мав стати роком податкової реформи. Не склалося. За доброю українською традицією, під ялинку наприкінці року, порушуючи бюджетний кодекс, Мінфін оприлюднив проєкт бюджету і законопроєкт, що включає зміни до податкового кодексу. Паралельно Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики з літа працював над власним варіантом реформи. Як наслідок – дві концепції. Мета одна, а ось шляхи досягнення різні. Уряд декларує, що запропонував добру базу для зваженої податкової реформи, яка і навантаження на працівника зніме, і для підприємств вивільнить додаткові ресурси. Перше – прозорість в податковій системі. Друге – нова система адміністрування і спрощення сплати податків. Третє – зниження податкових ставок. І в основі своїй це зниження податкових ставок в сплаті податків на заробітну платню. Четверте – прозора система відшкодування податку на додану вартість. З 22 класичних податків, що існує зараз в Україні, Кабінет міністрів пропонує залишити тільки 9. Парламентарі віри урядовцям не ймуть. Міністерство фінансів фактично оперує тільки набором з декількох картинок і з гаслами 4 податки основних по 20%, що передбачає збільшення навантаження на податку на прибуток, збільшення навантаження по податку з доходів фізичних осіб, а це означає, що більше податків платитиметься з пенсій, з депозитів, з зарплат і так далі. Найбільша новація, що пропонує Мінфін, стосується зменшення ставки єдиного соціального внеску з 40 до 20%. Різка зміна ставок цього збору зможе поставити під загрозу надходження до пенсійного фонду. Тому як компенсацію збитків пропонується встановити у розмірі 20% податок на прибуток з фізичних осіб. У такому випадку надії на виведення заробітної плати з тіні в малому і середньому бізнесі мінімальні. Прослідковується збільшення оподаткування малого і середнього бізнесу, підняття ставок акцизів, аби перекрити втрати бюджету. Влада сьогодні говорить про те, що все, що свіже більше 1378, буде податковуватися 20%. І розраховують на те, що пониження ставки єдиного соціального внеску будуть компенсовані цим податком на доходи фізичних осіб. Не буде з одного приводу, що сьогодні дуже йде велике падіння по заробітній платі. Рост заробітної плати. Сьогодні при всьому тому, що у нас торгівля стала, ресторанне господарство не розвивається, туристична галузь зупинилася. У нас жодного зараз нема напрямку, який розвивається, темпи росту є, темпи шалені, темпи падіння. За майже 20 років існування в Україні спрощена система оподаткування зазнала суттєвих змін. Та й сподобався її пільговий режим не лише малим і середнім бізнесменам. З 98-го року по 2010-2011 роки у нас на 70% великі підприємства сповзли в маленькі підприємства. Вони ж не закрилися. Але чи створені там в малих підприємствах робочі місця? Від цього переходу, з цього ховання в малий середній бізнес, ми і отримали в малому бізнесі конвертну заробітну плату, а ще з 2000-х років говорили знизити податок на повантаження на фонд заробітної плати, що не робилося. І в нас трансформування пройшло велику бізну, малий середній бізнес, і ми втратили дуже велику кількість надходження податків. З 2016-го Мінфін закладає кардинально новий підхід до спрощеної системи оподаткування. Змінюється спосіб нарахування податків і вводяться нові вимоги звітності. Мова йде про фактичну відміну нинішньої найбільш чисельної, більше 500 платників податків, другої групи платників фіксованого єдиного податку з прибутком до 1,5 мільйона гривень. Відтепер ці підприємці мають перераховувати до бюджету 20% від прибутку, а не від мінімальної зарплати, як зараз. Незважаючи на збільшення навантаження, експерти говорять, це крок у правильному напрямку. Втім, у запропонованому урядом варіанті немає інструментів подолання корупційних схем, кажуть експерти. У нас нічого не робиться для того, щоб зупинити потік коштів в офшори від великих підприємств. Вони сплачують зовсім не ту долю податків, які мають сплачувати. У нас зовсім нічого не робиться для того, щоб зупинити контрабанду на кордоні. А ця вже контрабанда досягає. Про це говорять в кабінетах Кабінету міністрів Верховної Ради до 90%. Про що ми маємо говорити? Там, де великі потоки йдуть
товарів на вивіз, на ввіз, немає прозорої системи оподаткування. Окрема і гостра розмова про введення з початку року обліку і контролю за підприємницькою діяльністю за допомогою реєстраторів розрахункових операцій. З 1 січня 2016 року на контрольні касові апарати має перейти більше 2,5 мільйонів суб'єктів господарювання. А чи є ці контрольні касові апарати? А вартість цих контрольно-касових апаратів? І задаємо питання сьогодні владі. Якщо ви хочете обліковувати, це ваше бажання нас контролювати, то чому ви не робите, як це зробила Грузія, як це зробила Румунія, як це зробила Венгрія, як європейські держави зробили? Влада, держава закупила контрольно-касові апарати сама і встановила. Це влада бажає контролювати. Збільшення штрафних санкцій, адміністрування ПДВ, ставка податку на прибуток, функції самої Державної фіскальної служби. Тем для дискусії експертів і компромісів безліч. А головне дивує сам підхід до запровадження реформ. Це тільки у нас пан Яценюк таке запровадив. Порушення, щоб сьогодні Верховна Рада, це вищий законодавчий орган, працював сам з порушенням закону, того ж самої Конституції, бюджетного, податкового кодексу, якими чітко передбачено, що зміни в систему податкування мають бути прийняті за 6 місяців до початку нового бюджетного року. Це є нонсенс, коли 28 грудня приймаються доленосні рішення, і це рішення 29 числа вже підписує президент, і 30-го вже публікується, а з 1 січня ми маємо нараховувати податки. Коли бізнес є і він хоче працювати, але йому не дають, включається корупційна складова. Суб'єкт господарювання буде шукати, кому вручити кошти, щоб його не чіпали. То що ми тоді робимо? Що ми бажаємо? Розвивати державу чи йти назад? Ці всі кроки, вони направлені виключно назад, а не вперед. До нас вже приєднуються по інтернету глядачі, вже коментують ті сюжети, що ми щойно показали. Отже, я думаю, що і представникам податкової інспекції, і підприємцям, ось Валентин казав, що йому є що сказати. Будь ласка, панове і пані, додавайте те, що вважаєте за необхідне. Добре, в продовженні теми нашого відношення к економії і к своїм деньгам. В 2008 году, когда я строил новое предприятие мебельное, я поставил газовый котел, потому что с ним работать было легко. Вам открыли вентиль, и вы не входите. Полный автомат, подогревается водичка, цех отапливается. А что я делал со своими обрезками? Я платил деньги за то, чтобы у меня их вывезли. И это не один куб в день, это 5-6 кубов в день при нормальной загрузке предприятия. И, наконец-то, в этом году, когда я все-таки посчитал, сколько будет стоить мне отопление газом, я задумался на минутку и все-таки поменял котел. И теперь окупаемость этого котла произошла за полтора месяца отопительного сезона. На минуточку, да? Переключаем тумблер, платим за газ, переключаем тумблер, экономим на это и зарабатываем. В прошлом году был в Болгарии. Я проезжаю девятиэтажки, какие-то дыры в бетонных в стенах и трубы торчат. Я говорю, что такое, что за беспредел? А газ, знаете, какой дорогой? Люди поставили буржуйки и топятся, не платя ни копейки. Зато в каждом дворе продаются стопочки дров или уголек. С водой как мы поступаем дома? Это вообще какую-то очень мрачную картину рисуете. Такой военный коммунизм. А представьте себе, Ярослав, что люди не хотят думать о своих деньгах и об экономии. Если я захотел сэкономить деньги, я взял и поставил новый котел. А если ко мне придут и скажут, дорогой мой, ты должен сделать проект, то я как предприниматель опытный скажу, открываю дверь и до побачення, уважаемые службы, которые с одной стороны говорят, что газа больше нет дармового, а с другой стороны говорят, заплати деньги за то, чтобы начать экономить. Поэтому, уважаемые друзья, давайте будем смелее и перенимать опыт от тех стран, за которыми мы сейчас должны идти гуськом следом. Болгария – наш пример. Вот мы будем там через 3 года, 4. Уточните, пожалуйста, Болгария – наш пример. Вы призываете ставить буржуйки. Именно так. Я призываю людям, которые сегодня платят деньги за то, что им якобы отапливают дома, заботиться о том, знаете, технология, от свечи нагреть целую комнату. В интернете уже ширится она. Несколько делаем чанов, укладываем на кирпич, подогреваем свечу, и в течение 2 часов вы имеете отопленное помещение. У меня уже есть. Володя уже есть. А еще можно бензин экономить, на лошадей пересесть.
два слова. Шановні колеги, я так розумію, що тема енергозбереження це була б темою окремої передачі. А ми плануємо на 24-й про це. Да, тому що у нас же тема зовсім інша у нас сьогодні. Це економіка, це податкова система, яку потрібно нам обговорити. І я хотів би сказати, ну якщо взяти нашу область, то деякі є у нас ну, і здобутки, це в будівній галузі, там більше півтора мільярда коштів освоєно в цьому році. Це, значить, морський комплекс, значить, але яка ситуація? Все ж таки ми повинні на сьогоднішній день говорити про те, що нас очікує, тобі ж прийняття бюджетного кодексу. Я хотів би зазначити наступне, що розглядалося ну, три варіанти. Це значить, варіант групи депутатів, це варіант, значить, який Кабмін висуває, і група експертів. Я можу сказати, що всі три кодекси, вони нікуди не годяться з одного боку, що вони всі радянські. Вони нічого не вирішують з точки зору того, що потрібно сьогодні для нашої держави. Якщо 20 поміняти на 18, чи 18 на 15, ну розумієте, це не реформа. Це ну, просто ну, наше населення вважають за якихось дурнів, яких от, там, помахали якоюсь гарчіркою і кажуть, оце буде правильно, ви так і живіть. А ситуація зовсім в іншому. На сьогоднішній день необхідно зробити, да, без податків неможливо в державі жити, тому що треба сплачувати пенсіонерам, армії, там, ну і так далі, в бюджетній сфері. Але ситуація, треба, значить, розробити такий податковий кодекс, чи адміністрування, саме головне адміністрування податків. Податки можуть бути, от кажуть, всі підприємства збитковими. А я ще, коли був начальником порту в 2001 році, я пропонував міністру транспорту, кажу, давайте таким чином, 10% прибутку – це зарплата людям, які в менеджменті підприємства. Тоді ніхто не буде викривати прибутки, тому що будуть зацікавлені в тому, щоб ці люди отримали заробітну плату. Таким чином пішов покійний Кірпа, він, коли став міністром транспорту, да, він таким чином почав розвивати транспортну галузь таким чином. Далі, хотілося б зазначити, от давайте подивимось на економіку нашої області. Ми сьогодні, і податківці скажуть про це, ми сьогодні втрачаємо більше 40 мільйонів гривень на податках, тому що на сьогоднішній день на «Екоенергоатом», далі, значить, «Трансаміак», далі адміністрація морських портів. Все це знаходиться де? В Києві, в Одесі. Всі податки великих підприємств туди. Нам крошечки такі, там, от на дно поглиблювальні роботи дають там якусь частинку для того, щоб наш, значить, морехазяйський комплекс працював. А де наші податки, які на розвиток міста Миколаєва, на розвиток... Далі, давайте подивимось на супермаркети, де вони зареєстровані, куди сплачуються податки. Яким чином на сьогоднішній день ми можемо, значить, хоча б ну, наш трудовий ресурс обліковувати. Тому що трудові книжки, я не знаю, де лежать. Мабуть, не в цих же супермаркетах. Пройдіть по проспекту Леніна. Всі магазинчики, ми заходимо, кажуть, привеземо з Одеси, привеземо з Дніпропетровська. Куди ці гроші йдуть? Треба обов'язково, щоб змінювати на сьогоднішній день правила гри. Треба, щоб всі підприємства, які є на теренах міста Миколаєва, чи ну, будь-якому місті, да, повинні реєструватися і сплачувати податки, чи єдиний податок, чи якісь, все сплачувати тут. Тоді ми не будемо втрачати таку кількість грошей, які повинні йти на розвиток
нашого міста. Дякую, Дмитро Михайлович. У нас чудова нагода дізнатися у найголовнішої людини у місті. А що ж насправді у нас ось з тим, що ви кажете? Ну, принаймні, відбувалося, ми знаємо, що відбуватиметься. Що відбуватиметься? Ну, насправді, ми підготували проєкт бюджету на 2016 рік. Він був дуже гарний, нам він подобався. Там справді були закладені гроші на розвиток міста. Але виток тої інформації, що ми отримали з проєкту бюджету на 2016 рік бюджетного кодексу, ми побачили, що нам передають дуже цікаві нові повноваження. А саме опікуватися профтехвчилищами, професійно-технічними вчилищами і вищими навчальними закладами першого-другого ступеня. Також нам передають на місцевий бюджет, планують передати компенсацію пільг за проїзд. Тобто ті гроші, які ми могли витратити на наші дороги, на наші дахи, на підвали і таке інше, ми будемо витрачати на оці вище зазначені статті, що зменшить наш бюджет до, ну, десь бюджет розвитку в 3 рази. Я перепрошую, Олександр Федорович, але ж протягом усієї, принаймні, виборчої кампанії, та ще й до її початку, нам казали, що ось прийде децентралізація вам допоможе. І саме про те, що ось як тільки ми все передамо сюди, ви просто будете купатися у грошах. Що, брехали? Насправді, податковим кодексом, проєктом податкового кодексу, ми не бачимо, насправді, що ми отримуємо зараз нового. Нас заберуть частину єдиного податку, 30% піде у держбюджет, 25% піде в обласний бюджет, тобто з міста, в місту залишиться 45% бюджету. ПДФО, він там якось зміниться, залишиться нам 60%, як і було раніше, але частина його відійде від нас. Тобто нам передають повноваження і забирають фінансування. Ми не розуміємо, що, ну, ми як міська влада, не розуміємо, що трапляється, що взагалі це робиться. І ми не бачимо насправді нових якихось проєктів податкового кодексу, ми не бачимо якихось додаткових надходжень. Це нас турбує. І ми насправді звернулися сьогодні до депутатського корпусу, що ми не можемо приймати бюджет міста, бо насправді бюджет України ще, бюджет не прийнято державний. І звернулися до них, щоб вони в свою чергу звернулися до депутатів Верховної Ради, щоб ті не підтримували той проєкт, який зараз пропонується. Зараз, я сподіваюся, що депутати міськради, вони зрозуміли, вони поставилися з розумінням до того, що ми їм виклали з головою департаменту фінансів. І вони будуть писати звернення. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ті люди, які будуть голосувати в Верховній Раді за бюджет та за податковий кодекс, вони його вивчать. І зрозуміють, що з цим не можна йти до людей. Бо люди, ну, збунтують. На жаль, наскільки мені відомо, ті, хто голосують за такі документи, вони здебільшого їх не вивчають, а роблять те, що їм скажуть керівники фракції. А керівники фракції кажуть про те, що вони домовилися там між собою. Так. Читаю, можна казати, то, якщо ми кажемо про децентралізацію, то її можна ділити на 3 частини. Політична, економічна і територіальна. Про територіальну зрозуміло. Але не зрозуміло, як з територіальною вийдуть на економічну, розумієте? Бо люди зараз, навіщо нам об'єднуватися, де гроші з'являться? Треба було займатися в першу чергу економічною децентралізацією. Про це нам, ну, я сподіваюся, найближчим часом розкажуть, як це робиться. Дякую. Я бачу руки, але у нас є дзвінок глядача. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Кажіть. Добрий вечір. Здравствуйте. Я хотів спросити у Олександра, нашего мэра нового. А как вы будете взаимодействовать? Вот, ну, большинство все же облблок, да, у нас и в горсовете, и в облсовете. Вот как вы с ними будете, ну, вы поняли. То есть я понял, это ваше, ну, вы поняли, это для того, чтобы нам не надо было запикивать то, что вы хотели сказать, да? Вы с ним будете, и дальше опять, но вы поняли, да? Вы с ним будете, но вы поняли. Спасибо за вопрос. На самом деле мы
Сейчас говорим не о тех процессах, которые происходят внутри Николаевского горсовета. Я думаю, мы здесь едины в мыслях, и я убедился в этом сегодня на заседании с главами фракции, что мы едины в мысли о том, что то, что те процессы, которые происходят в Верховной Раде, и те законопроекты, которые сейчас там будут рассматриваться, они нелогичны. И в этом мы едины. И депутаты из Апоблока, и нашего края, и самопомощи, и солидарность блок Петра Порошенко. Все приходят к той мысли о том, что цифры, здесь нету политики, здесь нету амбиций политических, здесь есть экономичная доцельность. И мы видим те цифры, и математика не пляшет, математика идет в минус. Поэтому мы будем сотрудничать и со всеми депутатскими фракциями, уверен, они тоже со мной будут работать на благо города. Уверен, что они это будут делать. Если где-то идет минус, значит где-то плюс. Спасибо. Игорь Пох, пожалуйста. И я очень вот сейчас надеюсь, что с налоговиками мы поговорим поподробнее. Пожалуйста. Спасибо. Вот у меня такое впечатление, что мы говорим об очень сложных вещах и сложными категориями мыслим. Да? Бюджеты, миллионы. Там, и так далее, и так далее. И простому зрителю, в общем-то, обычному николаевцу это ни о чем не говорит. Вот цифра, превышающая там 1000 гривен, он перестает вообще понимать что-либо. Ну, как правило. Вот. Поэтому два момента. Возвратясь к лампочкам, я хочу сказать вот такую штуку. На самом деле поменять лампочки в квартире, во всей, да, ну, взять обычную двухкомнатную там хрущевку, которая там 12-15 лампочек, ну так, по умолчанию стоит. Это до 1500 гривен. Вот пенсионер сможет купить и заменить лампочки одновременно? Нет. Он даже не сможет 100 гривен в месяц на одну лампочку-то. Ну не может он, не в состоянии, потому что все идет на лекарства, еду и на коммунальные услуги. Поэтому этот вопрос, он не в простой замене лампочек, просто замене лампочек и как бы будущей экономии 40%. А мне кажется, что для того, чтобы в конце концов вынудить каким-то образом людей вот изменить отношение путем вкручивания обычных лампочек, других, да, и плюс немножечко помощи от государства, это запретить вообще в Украине выпуск ламп накаливания. Вот текста просто запретить и все, как это сделали в Европе. Запретили, и нет лампочек. И люди вынуждены другим пользоваться. Вот, второй момент. От лампочек отходим. Второй момент. Вот сегодня один из моих друзей в Фейсбуке такую информацию написал, официальная информация. Значит, по состоянию на 1 ноября за 10 месяцев в бюджет государства было собрано денежек. Опять вот теперь мы возвращаемся к миллиардам. 427 миллиардов. 438 миллионов 600 тысяч гривен. То есть это, если разделить на количество жителей Украины, получается где-то по 1000 гривен на человека, на жителя Украины. Вот что видит каждый житель нашей страны на эту 1000 гривен? Вот выходя из квартиры, из подъезда, из дома, что он видит? Что ему государство сделало на эту 1000 гривен? А ничего. То есть кто-то видит, ему перед выборами положили кусочек асфальта, где-то покрасили подъезд, где-то лампочку вкрутили, где-то пакетик с паёчком дали, и все. А все остальное отбирают у него. Поэтому вопросы о миллиардах и миллионах бюджета, они сложные для понимания. Поэтому я предлагаю, давайте говорить простыми человеческими категориями. Лампочки, подъезды. Что получит человек за определенные деньги, которые или вложит в него государство, либо отберет у него? Вот у меня такое предложение. Спасибо. Вот Дмитрий Игоревич всегда умел сложные налоговые вопросы объяснять простым языком, поскольку сам совсем недавний в прошлом предприниматель. И я вот хочу, как я уже говорил, к нам присоединяется не только по телефону, но и на Фейсбуке. И вот тут два таких замечания зрителя. Это сюжет, это замечание первое появилось после того, как во время, вернее, сюжета о налоговой реформе. Сейчас ППшники и юрособи, единщики, истерят. Я понимаю, что налоги платить не хочется, но лукавят товарищи. И второе замечание о том, что достаточно крупная и хорошо известная в Николаеве сеть магазинов вообще зарегистрирована в Панаме. И налоги платятся, в принципе, вот как бы туда. Возможно, это вам поможет с примерами. Ну, я начну с того, что сказал Игорь и Александр Федорович, да, то есть
Действительно, вот за 15-й год в вопросах вот децентрализации, да, экономической, я считаю, было сделано достаточно много, потому что там акциз, часть налога на прибыль, там, недвижимость, да, были все-таки переданы, да, как бы, да, на места. Да, и за счет этого вы знаете, что как бы городской бюджет было собрано там значительная сумма, которая пошла на то, о чем вы говорите, школы, там, садики, дороги. И очень важно, чтобы вот то, вы абсолютно правильно сказали, что депутаты местных советов должны донести до депутата Верховной Рады то, что это надо оставить, однозначно. Именно. Это надо оставить, а не сейчас забирать обратно. Да, совершенно верно. Иначе теряется весь смысл этой децентрализации экономической. То, вот о чем сказал зритель, да, по поводу ЧПшников, которые там истерят. Есть, понимаете, как бы в едином налоге есть два момента. Да. Есть действительно люди, которые там имеют маленькие магазинчики, работают на рынках, и они его платят, и как бы за счет этого живут, выживают там и так далее. А есть определенные, скажем так, схемы, за счет которых с помощью этого единого налога уходят от нашего там понятного классического налогообложения на ту же заработную плату и так далее. Поэтому тут как бы смешивать эти вопросы нельзя. И я опять же повторюсь, давайте дождемся все-таки какого-то уже решения в Верховной Раде, да, то есть всем понятно, что поднимать там сейчас этот единый налог, как хотят, там, два раза там, или три раза делить эти группы, ну, это как бы не совсем, наверное, правильно, потому что большинство населения действительно находится там в стадии выживания. И для них это будет ну, действительно тяжело финансово. Но в то же время надо понимать, что вот эти моменты, да, оптимизации за счет единого налога, их тоже надо убирать. Убирать за счет там снижения того же ЕСВ, да, то есть единый социальный внесок, налог на заработную плату, так проще его назовем. Он действительно там, что в первом, что во втором, что в третьем варианте, его снижают в два раза. Это действительно, ну, положительно, и это всем понятно, что это как бы необходимо сделать. Ну, поэтому вот как-то так. Хорошо, пожалуйста, Вячеслав Валентинович, потом Валерий Евгеньевич. По поводу ЕСВ, ну, это фейк. Ну почему? Ну потому что это просто будет на чуть-чуть истерить, чуть-чуть зарплата выйдет в свет. Ну почему фейк? На абсолютное поступление, на количественное поступление, оно не повлияет практически. Я как бы предприниматель тебе скажу. Сейчас мы платим 42% и 15% подоходного. Да? Получается там 57%. Плюс там военный сбор 60%. Будет 18 и 20, 38. Просто уменьшится конвертная часть, увеличится официальная. Ну, это же уже хорошо. Но на, я говорю, на абсолютное количественное поступление оно не повлияет. Игорь, что касается маленьких цифр, вот, если со следующего года все у нас будет хорошо, и мы прекратим падение и закапываться вглубь, нам прогнозируют такие оптимистические прогнозы, там где-то 1.5-2% роста экономики. Учитывая то, как мы за эти два года провалились, чтобы нагнать те ориентировочные там совокупные за два года порядка там 25%, да, это нам, ну, грубо говоря, лет 20 упорного труда. Вот то, что, о чем мы говорим, да, сейчас обсуждаем, это все вот такая рутинная работа, и мы будем куда-то идти, чтобы наконец увидеть себя двухлетней давности. При этом, как ты говорил, тут как раз тот случай, когда без какой-то сумасшедшей идеи невозможно ничего изменить, потому что вот эти все небольшие изменения, опять же, для человека, который получает 1400 гривен за пенсию, и тут он получит 1500, но при этом все равно картошка подорожает. Да, ему вот эти вот наши умные беседы ни к чему не приведут. Что касается супермаркетов, которые платят налоги в Панаму, правильно, и с каждым днем количество таких предприятий увеличивается. Потому что, я говорю, пока вот мы с помощью этих налоговых реформ делаем все, чтобы деньги уходили в Панаму, Белиз, Доминикан, больше, даже это же Литва, Болгария, Словения, США, знаменитый штат Делавэр, там, где знаменитая гавань
налоговая мировая, да. Мы все восхищаемся Сингапуром и Дубаем. Надо не так много для того, чтобы сделать 10 для того, чтобы сделать правильную налоговую гавань. У нас оптимизация налогов — это ругательство, а во всем мире это нормальный механизм, который приводит к тому, что общее поступление в бюджет только увеличивается за счет появления новых предприятий. Некоторые из названных мной стран за счет вот этих так называемых налоговых гаваней получают до 70% валюты. Спасибо, Вячеслав Валентинович. Давайте послушаем звонок зрителя. Он терпеливо дожидался, пока Вячеслав Валентинович закончит свое выступление. И потом у нас еще есть очень интересное продолжение. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела продолжить как бы мысль спикера, который говорил только что. Почему-то, когда рассказывают о налогах, все время забывают сказать, что сейчас самый благоприятный момент, чтобы снизить именно эти налоги. Умалчивают о том, что есть такое понятие, как инфляционный налог, который должен поступить в следующем году, и за счет чего бюджет все-таки получит те деньги, которые говорят, что не придут в бюджет. А мы все говорим, что нужно брать эти деньги у бизнеса. Нам нужно создать действительно благоприятные условия для того, чтобы сюда шел западный бизнес, открывался в Украине. И если мы не примем налоговую реформу, которая снизит по подобию Грузии, от которой, кстати, тоже отказался в свое время МВФ, но потом вернулся с извинениями после введения либеральной налоговой реформы, мы можем стать второй замечательной налоговой гавани, куда будут идти инвестиции, куда будут идти деньги. И выбирая сейчас между стабильным бюджетом и падением, мы через 2-3 года не будем бюджет получать вообще ничего. Потому что предприятия просто не будут работать или будут прятаться. Большое спасибо. Правда, очень приятно, что у нас настолько компетентные зрители слушают. Милости просим, свяжитесь с нами в следующую передачу, будем рады вас пригласить. Валерий Евгеньевич Ветров, человек с огромным опытом и защиты предпринимателей, и сравнение того, как вообще в цивилизованных странах это все происходит. Ну, хотелось бы к сегодняшней беседе две ремарки. Ну, первое, из-за чего сыр-бор? Из-за этого документа, который появился вот так вот от правительства. То есть в чем золотой стандарт регуляторной политики? Найти баланс интересов. На сегодняшний день предприниматели, которые вышли на предупредительную забастовку, их не допускают, услышать не допускают. Мы слышали местное самоуправление, ущемляются интересы местного самоуправления. То есть я уже не говорю о том, что депутаты, которые наши работают, там Александр Киш, Александр Прон, не успеют даже документ прочитать. Посмотреть, то есть не считая то, что нарушаются нормы. То есть должна была быть проведена работа все-таки для того, чтобы сблизить интересы всех. Этого не было сделано, поэтому, конечно, принимать нельзя. И вторая ремарка, вы знаете, опять же, о международном опыте. 3 года назад я был в Детройте, и мне было очень интересно, а вот что делают для того, чтобы все-таки решить вот этот вот кризис города. Я был в администрации штата Мичиган, и там департамент администрации. Так вот, первое, что они сделали, 70% налогов они сократили. То есть везде есть мировой опыт и мировой стандарт, как выходят из таких кризисных ситуаций. И зная это, вот на основе этого приводить еще мало того, что на сегодняшний день бизнес в тени, то есть еще создавать условия так необдуманно к таким вот колебаниям, то это безусловно... Спасибо, так, Александр Федорович. Если у вас коротко, давайте ваша коротко. Ремарка, потому что тут есть интересный такой развернутый комментарий Владимира Борисовича, пожалуйста. У меня очень коротко. Если мы говорим о том, что мы идем по пути Польши, которая провела в 98 году процесс децентрализации, мы говорим о том, что мы идем по пути Польши, то нам надо взять пример лучшего, то, что есть сейчас в Польше, а именно свободная экономическая зона при городах. Что является вот это как раз той космической вещью, которую можно запустить. Мы из ничего не слепим. Мы уже понимаем, что наши внутренние ресурсы на исходе. Что мы должны сделать? Привлечь деньги извне. Деньги извне на такие налоговые, на такой налоговый кодекс, никто не пойдет. Нужно создавать свободные экономические зоны при городах. Муниципалитеты выделяют зоны. А есть это в компетенции местных органов власти? Конечно. Сейчас нет. Для этого нужно законодательство. Оно сейчас, я знаю несколько депутатов, которые сейчас прорабатывают проект закона. И мы тогда сможем привлекать сюда иностранные компании, предлагать им, если это вот, ну, как пример Польши, там, большая компания, мы ей даем налоговый кредит там, на 50% от вложений.
там средняя компания на 65, а маленькая на 75. Вот работай, пока не выкрутишь. Оказалось бы, пару месяцев назад госпожа Ярейска в качестве консультанта взяла себе фамилию американский экономист, автор теории предложения, который разрабатывал налоговую систему, реформировал и в США, и вводил и в том же и в Сингапуре, и в прочих развитых странах. Ну, он, наверное, спит на работе. Нет, наверное, он уже вот все, выговорил все, что мог, понял, что его не слышат, и уехал. Ну, потому что мы, видимо, искали переводчика с английского на украинский, а нужно было вообще как бы с цивилизованного на коррупционный. Потому что там, вероятно, возникает вопрос, а где мой откат? Я попрошу режиссеров сейчас показать тот слайд, который мы заготовили для комментария Владимира Борисовича Евсеева. И, Владимир Борисович, вам слово. Так вот, на тему так называемой сумасшедшей идеи, о которой мы все здесь рассказываем, обратите внимание, вот это вот агентство Bloomberg, все знают авторитет этого уровня агентства, прогноз на 2030 год, топ-20 экономик мира. Обращаю ваше внимание, начинается с Нигерии, с конца, да, с Нигерии, и заканчивая там, значит, Соединенные Штаты Америки, Китай, но... Обращаю ваше внимание на такие страны, как Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия. Страны, которые 20 лет назад вообще пасли заднего, по сути дела, в своих экономиках. Потом они приняли вот такие вот сумасшедшие идеи. В Индии для того, чтобы проехать от одного города в другой и не попасть как минимум в две свободных экономических зоны, невозможно. Вот все придумано до нас. Необходимо просто реализовать. Вот здесь вот собралась уникальная публика. Большое спасибо всем, кто откликнулись на приглашение. И все понимают приблизительно, что надо делать. Вот почему нас там не слышат? Это вот большая беда, собственно говоря. Я сначала программы слушаю, думаю, боже, ну вот государственные умы реально сидят. А они здесь говорят о том, что необходимо сделать, а там вот наверху, ну я же говорю, нужен какой-то особый переводчик. Однако тут мы заговорили о налогах, которые теоретически могут там быть сэкономлены или как-то вот перераспределены в результате удачных инвестиций. Я попросил нашего коллегу Федора Бондара, который отличается необыкновенным умением, очень здорово из различных разрозненных фактов делать серьезные аналитические материалы, подготовить на этот раз материал об истории инвестиций в Николаевской области. Но я бы сказал, что это такой, знаете, мартиролог. Давайте посмотрим. Негативне ставлення багатьох, якщо не більшості українців, до приватизації – це один зі стереотипів, що склалися у пострадянські часи. З того ж розряду, що і незадоволення демократією. Мовляв, демократи нами з 91-го року правлять, і що з цього вийшло гарного? Нескладний аналіз останніх 24 років переконає вас в тому, що демократії в Україні ще не було, як і справжніх демократів при владі. Що ж до приватизації, є і позитивні приклади реалізації інвестиційних проєктів, в тому числі в сферах, котрі вже прийнято вважати безперспективними, в суднобудуванні теж. Майже 15 років тому приватизація заводу «Океан» не просто врятувала підприємство від остаточної загибелі, а вивела його в лідери вітчизняного суднобудування. І тут, як в інших випадках, вирішальне значення має те, хто приватизує. Інвестором «Океану» стала всесвітньо і позитивно відома голландська група компаній «Дамен». Продовжував вести перед у вітчизняному суднобудуванні завод і після купівлі контрольного пакету акцій норвезькою компанією «Акер». А коли за справу взялися росіяни, все пішло шкереберть. І ця моя теза не данина сьогоднішнім стосункам між нашими країнами. Чуркіних, російських братів пройдисвітів, котрі активно нищили чорноморський суднобудівний, миколаївці клянуть вже понад 10 років. Інша річ, що коли у цих нахабно відібрав завод «Гравець» більшого масштабу, розквіту підприємства все одно не відбулося. І як тут не згадати про те, що новий власник, Вадим Новінський, на той момент і ще довго після того був громадянином тієї самої Росії. Прибравши до рук Херсонський суднобудівний чи СЗ, згодом ставши фактичним господарем «Океану», він планував створити гігантський холдинг, додавши туди і останній державний суднобудівний завод імені 61-го комунара. Можливо, саме через нестачу цього підприємства у нього нічого не склеїлося. А може, образився на українську державу і з нею на всю Україну, і не хоче, аби наше суднобудування відродилося.
Серед інших позитивних прикладів інвестування, якщо говорити про промисловість і транспорт, завод «Нібулон», кілька, в тому числі унікальних терміналів на території морського порту, побудований практично з нуля Миколаївський тепловозоремонтний завод. І це далеко не все, але негативні приклади завжди тримаються в пам'яті міцніше. Крім згаданих суднобудівних підприємств, мусимо назвати багатостраждальний аеропорт Миколаїв. Ще років 10 тому ми пишалися, через наш аеропорт навіть керівники держави транзитом їхали до Херсону, бо там литовище не зберегли. Тепер навпаки, з Херсону запускають нові рейси, а в нашому аеропорту продовжують накопичуватися борги і зарплати, і перспективи геть туманні. Хоча протягом 5 років щойно зміниться голова облдержадміністрації, Микола Круглов після Олексія Гаркуші, потім Микола Романчук і зрештою Вадим Меріков, кожен майже одразу знаходить нову, найоптимальнішу кандидатуру директора, який нібито успішно знаходить інвестора, тільки щось постійно заважає. Борги і зарплатні зростають, обладнання здають на металобрухт, і віз, тобто літак, і нині там, на приколі. Востаннє, вже після рішення щодо передачі майнового комплексу з обласної у міську комунальну власність, начебто були певні напрацювання щодо залучення інвестора у Юрія Гарнатурова. Новий мер Олександр Сінкевич ще в якості кандидата назвав рішення про прийом аеропорту на міський баланс необачним. Мовляв, на не надто багатий бюджет начепили додатковий тягар. Ну і родзинка у тортику найвідоміших інвестиційних проєктів Миколаївщини – мостовий перехід через Південний Буг, який має будуватися за кредитні кошти, надані урядом Японії. Кредит унікальний за умовами – мінімальний відсоток, відтермінування початку погашення на десятки років. Але, як уже двічі було підтверджено, в Україні завжди знайдеться щось більш важливе, ніж розвантаження південних автошляхів та миколаївських мостів, що не можуть дочекатися ремонту. Одного разу гроші перехопив аеропорт Бориспіль на модернізацію, другого – бортницька станція аерації на Київщині на вдосконалення системи очищення води. А наш міст почали проєктувати близько 20 років тому. Ще трохи і згадування про нього почне викликати лише посмішку. Софья Ильич, вы очень удачно оказались в нашей студии. Я, честно говоря, не успел до эфира посмотреть сюжет Федора, знал только о чем он. Но видите, как кстати он вам подал мячик. Пожалуйста. Ну, по поводу аэропорта, он действительно был передан из областного ведения в наш, к нам, в город. Но мы его еще не приняли, потому что, как вам сказать, это было коммунальное предприятие. Да? В коммунальном предприятии находилась какая-то властность. Да? Собственность. Эта собственность была в процессе суда, судовых решений, наложен на нее арест. Почему арест был наложен на нашу громадскую собственность, да, нашу общественную, хотя они на предприятие, то есть которому оно не принадлежит на самом деле, которое просто обслуживало и оперировало этой собственностью, непонятно. Сейчас идут суды. И после того, как суды закончатся, мы можем говорить о том, что мы можем принять его в коммунальное городское имущество. Дальше. А его привлекательность. У нас аэропорт очень привлекательный. Привлекательный он тем, что он выгоднее находится в местоположении, чем Одесский и Херсонский. Через него проходит 8 воздушных путей. И полоса у нас в хорошем состоянии. Ее длина 2,5 километра и ширина 44 метра. Если мы ее немножко удлиним и расширим, мы сможем принимать боинги, хотя можем и сейчас их принимать на самом деле. Дальше нам нужно привести в сам аэропорт в порядок, там как минимум крышу, видели, там капает все. И первое-наперво нам нужно поставить забор, потому что забора нету, там коровы пасутся, понимаете, корова может выйти на взлетно-посадочную полосу. И на самом деле там ее много, там километров забора не хватает. По нашим оценкам это около 6,5-7 миллионов гривен. Эти работы по восстановлению ограждения аэропорта. То есть если мы найдем инвестора после получения, а инвестор уже в принципе ходит вокруг, инвестора, который за свои деньги приведет в порядок аэропорт и возьмет его оперировать, мы готовы. И я уверен, город хочет этого. Но если нам говорят о том, что приведите в порядок свой аэропорт, а мы потом его возьмем у вас в аренду, нет, этого не будет. Город к этому просто не готов физически. Вот, ну, вот такая история с аэропортом. Спасибо. Но я хотел зазначить еще. Останній раз, коли я був замгубернатора, в 2003-2004 роках, да, потенційний інвестор був.
Я вів з ним переговори. Це грузоперевезник був з, ну, з великими літаками і так далі. Але коли всі документи вже були підготовлені, і Володимир Кузьміч знає про це, ну, знаєте, грають вже дещо інші питання. Я всього був заступником по економіці і фінансово, був губернатор, да, якийсь сказав ні. Тому що ну, не підходив цей інвестор, не знаю по яким ознакам. Да. Я со своей стороны хочу сказать, что, ну да, действительно, на предприятии КП, коммунальном предприятии МАН, да, Международный аэропорт Николаев, еще там числится куча долгов по зарплате и по, за электричество. Там тоже это около 10 миллионов гривен, что-то около того. Вопрос того, что мы, новая идея городская Николаева, это открытость и прозрачность. Мы готовы провести круглый стол с привлечением всех возможных инвесторов. И, насколько я знаю, там из Израиля люди интересовались, из Турции люди интересовались, турецкие авиалинии, да, вроде как интересовались. И даже российские инвесторы, ну вот видите, по предыдущей передаче вы видели, как они умеют оперировать техникой. То есть мы готовы провести открытый форум и предложить инвесторам, ну скажем так, вот, пользуйтесь. И если в этой вот открытой борьбе, публичной, мы выберем какого-то инвестора, громада выберет, мы готовы ему передать этот аэропорт в управление. То есть ну, с прозрачными условиями прибыли для города, для него и так далее. Не, просто по законодавству державно-приватного партнерства треба таким чином заключати любим договори. Да, и таким чином спасибо. Договори. Давайте послушаем зрителя. Пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Добрый вечер. Уважаемая студия, только что я посмотрела фильм о том, как разоряли предприятия города Николаева. Что значит «разбудова»? «Разбудова»? Это разрушение. И так успешно разрушали наш город Николаев все предыдущие Сенкевичи руководители. А не пора ли их всех собрать, поставить на их прежние места, и пусть они восстанавливают. Пусть вернут нашу молодежь на те заводы, где они работают, они встречаем их на улице, они приезжают с Польши, с Латвии, черти откуда. А мы ищем кого-то из-за границы. Неужели мы настолько безрукие, безголовые, что мы дали возможность на первом году перестройки резать завод «Океан». Резали ночью станки, товарищи. И что, никто не видел из предыдущих руководителей завода «Океан»? Так давайте соберемся все в комок, не будем искать крайних, а начинать закатывать рукава и действительно работать с теми специалистами, которые строили этот завод, которые его довели до ручки, и пусть теперь восстанавливают вместе с твоей молодежью. Спасибо. Ну, я так понимаю, что главным образом, если говорить о реализации, тут, наверное, опять-таки к Александру Федоровичу и у Александра Ухмановского, в его традиционном мизантропическом стиле уже есть замечания. Очень короткий просто, очень короткий ответ. Вы правильно сказали, что нам надо восстанавливать наши заводы, за исключением того, что в этой фразе должно отсутствовать слово «наше». У нас уже нет наших заводов. Эти заводы принадлежат, ну мало частным того, законно принадлежат частным лицам, а об этих лицах вы слышали ранее. То есть мы можем, конечно же, поднимать вопросы о том, почему не платится налог на землю, который там гектары земли. Мы можем этим заниматься вопросами, и мы займемся обязательно. Но возвратом к трудостроению, к сожалению, у нас нет наших заводов. Остался один наш завод 61 коммунара. И дай Бог нам его еще не потерять. Спасибо. Пожалуйста, Ольга Анатольевна. Шановна громада, добрий вечір. Дуже приємно сьогодні побачити в нашій студії керівників підприємств і податківців. Я сама являюсь податківцем. Давайте вернемось, будь ласка, до наповнення місцевого бюджету. Давайте, будь ласка, вернемось на секундочку до обговорення бюджетного кодексу. На сьогоднішній день левова частка долі наповнення місцевого бюджету – це податок на доходи з фізичних осіб. Хто у нас на сьогоднішній день платить податок на доходи з фізичних осіб? Це підприємства всіх форм власності, підприємці, громадяни. Але є така частка підприємців і підприємств, які на сьогоднішній день виплачують заробітну плату в конвертах. І коли сьогодні ми вже обсуждали, і мені дуже приємно, що В'ячеслав Сімченко сказав, що коли буде зменшення, навіть хоч ви сказали, що це не фальш, а фейк, вибачте, таке прекрасне слово, що коли вийде, коли буде зменшення єдиного соціального внеску, ви вірно сказали, вийде і зарплата із конвертів. На сьогоднішній день
вся податок, надходження податку на доходів з фізичних осіб в першу чергу залежить від всіх нас, громадян, від мене, від усіх директорів підприємств, від підприємців, які на сьогоднішній день не показують тих найманих працівників, які на сьогодні не оформлені. Це також є і такі підприємці, які на сьогоднішній день переходять на загальну систему оподаткування і не сплачують єдиний податок, а потім в кінці року показують декларацію з нульом. І, на жаль, Державна податкова служба на сьогодні не має права прийти і перевірити цього суб'єкта підприємницької діяльності. А це кошти нашого місцевого бюджету. Від цього залежить розвиток нашого міста. Також хочу наголосити на слова свого найдорожчого шефа і керівника Дмитра Ігоревича, який сьогодні затронув тему надходження податку на доходи фізичних осіб від громадян, які сьогодні реалізовують свою продукцію, це одноосібники. Це бюджети уже, це стосується бюджетів сільських рад. На сьогодні в нас податковим кодексом, адже одноосібники взагалі не сплачують ніякі податки. І потрібно, щоб було передбачено, щоб ті громадяни, які мають у власності свої паї, які вирощують зернову продукцію, які потім здають її вже на великі сільхозпідприємці, також сплачували цей податок. Від цього залежить розвиток тієї сільської ради, на території якої знаходяться ці громадяни. Так що я хочу сказати, що да, дійсно, бюджетний кодекс дуже тяжкий, податковий кодекс тяжкий, міняються групи оподаткування фізичних осіб-підприємців. Ми чекаємо на все це, ми будемо працювати. Але на сьогоднішній день кожен з нас повинен працювати, щоб наш бюджет міста поповнювався податками. Дякую, Ольга Анатоліївна. Володимир Никифорович, я тільки хочу зауважити, що все ж таки тема нашої програми – це підсумки року. І як ми тут почули, усі одностайні наші гості, тому що вони ну просто дуже песимістичні. В той самий час, кажучи про перспективи року наступного, а це також є другою половиною теми нашої програми, хотілося все ж таки, щоб ми казали не про те, що нам би дуже хотілося, щоб щось там було і тоді воно відбудеться, а про те, що ми можемо вже найближчим часом побачити. Адже ви є експертами, ви знаєте, як це відбуватиметься, ви знаєте, які механізми запускають ті зміни, які будуть у наступному році. Тому ми, власне, казали і про податковий кодекс, і про тарифи тощо. І тому хотілося б, щоб наші глядачі все ж таки почули не теоретизування з приводу того, як було б добре, якби все було добре, а що насправді відбуватиметься вже найближчим часом. Будь ласка, Володимир Никифорович. Ну, думаю, що питання не ко мені, на самом деле. Знаєте, хотілося б мені додати оптимізму в цій аудиторії, але боюсь, що вряд ли удасться. Знаєте, скільки 25 років ми вже в незалежній Україні. Да? Я не пам'ятаю випадку, чтобы когда-то при каких-то обстоятельствах и кто-то не говорил о том, что мы в кризисе, что мы в яме и что, значит, вряд ли оттуда выберемся. Не помню случая, чтобы когда-то и при каких-то обстоятельствах аудитория, подобная нашей, здесь или в киевской студии, была бы, например, более оптимистична. Конечно, можно много спорить о том, сколько должно быть, 20 или 18. Можно активно призывать к тому, чтобы налоги платились по месту. Но, дорогие мои, если налоги по месту, то никогда не будет у нас иностранных инвестиций. Потому что как только инвестор приходит, он мечтает деньги вывести туда, куда он хочет их вывести. Для того, чтобы набраться оптимизма, мне кажется, нужно почитать предвыборные программы всех наших партий. Оппозиционных и неоппозиционных. Удивительный парадокс. Там написано, что нужно сделать для того, чтобы страна вышла из кризиса. Но как только партия становится правящей, она молниеносно теряет ощущение реальности и делает как раз наоборот. Все для того, чтобы эта страна не процветала. Удивительный украинский парадокс. Все знают до тех пор, пока не оказались у кормила. Но еще раз... Кормила слово «кормиться». Нет, я о руле говорю, на самом деле. Знаете, порулить. Меня смущает другое, друзья мои. Еще раз повторяю, мы можем, в конце концов, договориться о чем-то. Да, власть, бизнес, о чем-то можем договориться. Крайняя форма договоренности – это Майдан со всеми вытекающими последствиями. Но давайте будем, ну, как бы искренне и откровенны. Никогда предприниматель и ни в какой стране не стремится платить налоги и платить их больше. Он может только представить себе ситуацию, в которой он понимает,
содержание налога и готов согласиться с тем, чтобы его заплатить. Кто-то нам позвонил, нет? Нет, нет, все это пишут наши зрители. Ну, и это не главное. Не знаю, к кому я сейчас взываю, но меня смущает в большей степени не экономика вопроса. Меня смущает в большей степени нравственная составляющая того, что происходит в стране. Власть глобально, за исключением мэра, разумеется, Николаевского, не изменила своего отношения к бизнесу. Вот я вам расскажу простой пример, который это проиллюстрирует. Хозяйствующие субъекты, хозяйственный спор, который, наверное, мог бы каким-то образом разрешиться, но у одной из сторон есть возможность повлиять на правоохранительные органы. Против конкурента, против хозяйственного партнера еще недавно возбуждается уголовное дело. Начинается производство. В результате специальной работы, которую проводят правоохранительные органы, выясняется, что состава нет. Есть хозяйственные претензии друг к другу. Это подтверждает суд, в заседании которого присутствуют представители прокуратуры, правоохранительных органов, я имею в виду милицию. Суд принимает решение, что состава нет, и поэтому дело должно быть закрыто, уголовное открытое, и события должны быть перенесены в плоскость хозяйственного спора. Что вы думаете, происходит буквально через несколько дней? Из Генеральной прокуратуры поступает команда возбудить, начать и продолжить. Колоссальное давление на бизнес. Причем речь идет не о крупном предприятии, среднее, наверное, предприятие на самом деле, да, по николаевским меркам. Вот, друзья мои, что по-настоящему сегодня выглядит устрашающе. Потому что разобраться с тем, какие нужно платить налоги, а снова-таки я не знаю, к кому я сейчас взываю, государство и власть должно понять, если за 25 лет оно не перехитрило народ, то еще за 25 лет ему не удастся этот народ перехитрить. Потому что найдутся новые конверты, найдутся новые схемы. Бизнес всегда умнее государства. Он всегда обретет новые схемы. Поэтому не нужно бороться с собственным народом. Мафию нельзя победить, ее надо возглавить. Это, знаете, я о чем говорю? Если сегодня деньги уходят в офшоры, и это, между прочим, звучало здесь в аудитории, офшор нужно создать в самой Украине. Деньги должны прийти сюда. Если мы понимаем, что сегодня многие государства подняли свои экономики, развивая свободные экономические зоны, свободные экономические зоны нужно создавать здесь. Но для кого это не очевидно? Очень хотелось бы поговорить об экономике. Но хочу еще раз обратить наше внимание. Мы никогда не сможем построить процветающую страну, если власть будет относиться к бизнесу, к тем, кто создает материальные предпосылки для развития и процветания, наплевательски, с пренебрежением. Когда она будет не просто пренебрегать, когда она будет презирать собственный народ. Такая власть обречена. Совсем не обязательно, что ее посадят на кол, или что там, расстреляют, вы говорили, да? Совсем не обязательно. Ну, сейчас Ахмановский расскажет, что с ними. На самом деле, дорогие мои, все разрулится очень просто. Сегодня те, кого мы называем зарубичанами, те, кто зарабатывает деньги в Европе, уже инвестируют заработанные деньги даже не в Западной Украине. Они вкладывают деньги в Турцию, в другие государства, сегодня они здесь назывались, где им обеспечивают нормальные условия для работы, где никто не стоит за спиной и не присматривает за тем, что происходит в кармане. Дорогие мои, никогда ни одно предприятие не покажет позитивный результат работы, если оно понимает, что большую часть его доходов отберут. Но это же просто безумие. Странно звучит из уст экономиста. Но мне кажется, начинать или продолжать, или, я не знаю, розбудовывать, нужно с изменения отношений. Вони мають бути людськими. Доки ми не вирішимо ці проблеми, ми так і будемо гратися в кошки і мишки. Один буде тікати, а другий доганяти. Підприємці, влада підприємців ніколи не здожене.
Дякую. І завжди буде в програші. Дякую. Ви питали, що там за дзвінки. Це пишуть наші глядачі і пишуть, зокрема, «Хорошо говорит. Если бы было табло с цифрами поддержки, как у Шустера, собрал бы максимальные баллы». Поскольку наш известный пессимист и мизантроп Ухмановский сегодня в седле, я думаю, он с нами поделится своими специальными рецептами решения проблемы. Я вообще хотел бы начать с защиты малого бизнеса. Звонок первого телезрителя – он, знаете, он очень классный, вот как только начали вводить обязательные ЕСП, да, пенсионный взнос еще во времена Тимошенко, тогда начали раскручивать, противопоставлять обычных людей, наемный персонал, предпринимателям, чтобы заручиться поддержкой. Вот то барыги, они на вас наживаются, они враги. И до сих пор вот такие люди звонят и говорят, наказывайте АТУ предпринимателя. Мои наблюдения показывают очень четко. Против предпринимателей и за повышение налогов для них всегда люди, которые в жизни копейки не заплатили сами налогов. И никогда в жизни ничего сами не сделали из собственного бизнеса. Наемный рабочий, он не платит налогов. За него платят налоги. Только предприниматели, собственники бизнеса платят налоги, достаются из своего кармана и отдают. Поэтому телезритель, в принципе, не наш человек. А для того, чтобы доказать это, можно привести обычные цифры. Нас было до того, как нас начали заставлять платить, больше 2 миллионов, а сейчас 1 миллион. Это к тому, что вы говорите, не надо ныть, вы можете платить. Нет, господа, не могут платить, и число предпринимателей уменьшается. А, кстати, предприниматели – это ваши рабочие места, потому что мы всегда будем работать лучше, чем вы. И когда мы придем на ваше место, вы пойдете на улицу. Поэтому берегите предпринимателей. Что касается кризиса, американцы говорят классную вещь. Владимир Борисович знает. В кризис денег меньше не становится. В кризис деньги просто меняют своего владельца. И это надо четко понимать. И надо понимать то, что повышение налогов, которые собираются, и давление на бизнес, это просто... хотят из нашего кармана деньги забрать в чужой карман. И, как прекрасно сказал господин Парсяк, ничего не давая взамен. Знаете, по интернету ходит вот эта вот замечательная статья. Вы просите меня заплатить налоги, но вы делаете это без уважения. Да? Вы не даете ничего взамен. Владимир Борисович прекрасно сказал, да, хотя бы какие-то примеры, когда можно платить больше налогов. Если была бы государственная программа, что мы на эти деньги закупим лампочки, раздадим людям и уменьшим энергозависимость от России. Если мы на эти деньги закупим котлов и поставим в каждый дом бесплатно. Но мы видим, что ничего не меняется. Ярейска заговорит о том, что у нее дырка в 180 миллиардов долларов в ее бюджете. Но и давайте повысим налоги. И соберем дополнительно 120 миллиардов долларов. Но никто не говорит, в том числе телезрители, которые радуются, что с нас будут предприниматели барыг брать больше. Никто не говорит о том, что ни разу не поднялся вопрос, что коррупционные потери государства 100 миллиардов примерно в год. И скажите, как вы считаете, вот откровенно, кто больше вредит государству, кто больше не дает денег? Предприниматель, который... платит в конверте двум людям вот эти вшивые 2000 гривен, либо же таможенник, который с контейнера 20 тысяч долларов ложит себе в карман за раз. Так может быть, давайте начнем с того, что оставьте бизнес в покое, начните с себя, с ликвидации коррупции огромнейшей, и если после этого не хватит денег, то тогда давайте повышать всем налоги. Либо же, если вы не можете коррупцию преодолеть, то покажите какие-то программы. Ну, лампочки, ну, котлы. Ну, давайте ж хоть что-то. Это перевод речи Байдена. Я вот все-таки, да, хотел бы понять. Ну, то есть речь Байдена вот такого содержания, она была бы уместна, ну, и была уместна в Верховной Раде, хотя уместна, но бесполезна. А вот кому ты сегодня обращался, я вас укрутил головой, хотел спросить, папа, вы с кем разговариваете? Больше телезрителей. Но я скажу, что в следующем году, если примут то, что собираются принять, и тут с Дмитрием не могу согласиться, нельзя ждать, пока примут этот документ. Если, когда его примут, все будет закончено. Так вот, предприниматели вырежут как класс, в принципе.
Александр Федорович, у вас есть комментарии, и Сергей Бруковец потом. У меня маленький комментарий по поводу коррупции. Я уже сейчас говорю не как бизнесмен, а как чиновник. И убедившись в том, что, знаете, как многие люди думают, да там их развелось, там сидит их тысячи этих чиновников, все там бюджеты и зарплаты они получают, надо половину урезать их, и тем остальным, которые есть, там поднять немножко, и все там. Понимаете, люди, которые там находятся, они, ну, у них не всех есть вообще возможность быть коррупционерами на самом деле. Большинство из них это рабочие муравьи, которые выполняют там бумажную, бюрократическую какую-то работу, которые получают свои там 1500 гривен. Слава Богу, что не у всех общественники. Они требуют радикального выгоняния. Потому что на всех не хватит бюджета. 1500 гривен. Подождите секундочку. Я просто хотел сказать, что да, можно подумать о том, что увеличить эффективность, увеличить мотивацию человека, повысив ему зарплату. Но это же невозможно сделать. Я думаю, очень надеюсь, что новый закон о госслужбе изменит эту ситуацию. Но на самом деле у этих людей нет ни желания, ни возможности, ну скажем, думать о работе во время работы. Они думают о том, как выживет их семья, выживут их дети. И, конечно же, у них появляются мысли о коррупции у тех, у кого есть возможность зарабатывать на каких-то схемах. Понимаете? И мы не можем говорить о том, что мы поборемся с коррупцией. Давайте поборемся с бедностью, а коррупция исчезнет сама по себе, если на этом низком уровне. Дальше, последний вопрос, последний комментарий просто хотел сказать. О том, что да, действительно, наши вот люди привыкли бороться с последствиями, а нужно бороться сейчас вот с корнем. Если мы говорим, мы сейчас анализируем прошлый год и планируем следующий, то по анализу прошлого года он все же может быть даже немножко лучше, чем предыдущий все-таки. Но если мы говорим о планах на будущее, то они вот с учетом возможных изменений, они очень темные. Спасибо, Сергей Бурковец. Я единственное, что хочу сказать, что вот мы, помните, на прошлой программе, когда вы были, говорили, что вы сейчас вот оказываетесь, да, между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, явные ваши враги, недоброжелатели, те, кто потирают руки и ждут, ну когда же вот Цинкевич облажается. А с другой стороны, вот те вот самые общественники, которые кричат, мы тебя выбирали для чего? Для того, чтобы ты вот это вот оставлял всю вот всех вот этих коррупционеров там на месте? А ну гнать их всех немедленно. И вот я боюсь, что это ваше заявление вот сейчас добавит комментарии в Фейсбуке о том, что не для того мы Сенкевича выбирали, чтобы он Муравьев защищал. Да, пожалуйста, Владимир Михайлович, Сергей Бурковец. Я хотел бы подтримати Олександра Федоровича. Я вже як і державний службовець першого рангу, і як керівник Інституту державного управління хотів би зазначити наступне, що оці всі валання суспільства з приводу там державних службовців, непомірні заробітні плати і так далі. Більшість людей працює на межі бідності на державній службі. Це 1380 гривень. І не більше. І то хотів би прийти на державну службу на таку заробітну плату на ненормований робочий день з 8 там, до 9, виконувати свої обов'язки і, в принципі, дуже багато відповідальності у людей при підготовці тих чи інших нормативних документів, да? Тому що треба все по законодавству робити і так далі, і так далі. При такій заробітній платі ми скоро взагалі не знайдемо державних службовців, які фахові, які можуть працювати на державній службі чи в органах місцевого самоврядування. І тому, коли з вуст там, народних депутатів, там, деяких посадовців звучить, що потрібно там звільнити половину там, і так далі, шановні, треба під... Ну, є завдання, і по ці завдання треба набирати фахових тут людей. Тут дуже багато безтолкових завдань. Которые по большому счету не нужны. При правильном администрировании, насколько можно сократить их половину точно. Для этого просто надо бестолковые задачи убрать. Вы правильно заметили. Вижу, что сегодня приняли закон о госслужбе. Нет, так что да, сегодня я голову нацагентства Костянтина Ващенка поздоровал с принятием цього закону. Багато чого там є такого революційного з точки зору, да? От, але все ж таки він не вирішує багато питань. Тому що,
Основні питання які? Що чекають державні службовці? Це підвищення заробітної плати. Там буде скорочення, не буде скорочення, підвищення заробітної плати. Мінімальна заробітна плата підніметься для державних службовців там останнього 9-го рангу в два рази мінімальної заробітної плати аж в 19-му році. Владимир Никифорович, совсем короткое замечание по дороге Саши к Сергею Бурковцу. Друзья мои, я хочу посочувствовать нашим чиновникам, ровно как и посочувствовать всем гражданам нашей страны. Потому что заработная плата небольшая у учителей, у врачей. Да, ну, у многих очень. Но, друзья мои, обратите внимание, каждый из нас сделал свой выбор. Вот те несчастные, которые сидят в кабинетах и получают маленькую заработную плату, сделали свой выбор. Я всегда говорю своим коллегам-преподавателям, да, которые тоже жалуются на то, что иногда вот заработная плата не покрывает их расходы там, да, или потребности. Я говорю, дорогие мои, это ваш выбор. Если вы хотите зарабатывать больше денег, идите из кабинетов в предприниматели. И все станет на свои места. Если вы чувствуете порыв, энтузиазм, энергию, возможности, идите туда. Но вы же идете из бизнеса во власть. Так не плачьте, родные мои. Я возражу вам. Не сомневаюсь ни одной секунды. Я уже говорил о превращениях, которые возникают между людьми, когда они до и когда они после. Нет. Поэтому, конечно, вы будете я возражать. Я возражу как бизнесмен. С той точки зрения, что, понимаете, есть в бизнесе... Я вспоминаю 95-й квартал. Вы со мной как говорите? Как бизнесмен или как президент? Я хочу вам сказать просто, что есть такое понятие в бизнесе, как ключевые показатели успешности. Да? То есть, или как они называются? KPI, да. То есть... В бизнесе их можно установить. Вчера мы вырабатывали 300 килограмм колбасы, завтра мы должны делать 500. Если мы это делаем, все это получают плюс 50 да. гривен к зарплате. У вас? Здесь этого невозможно сделать. Это ошибка. Почему? Именно. Это ошибка. В госслужбе, вот именно, в госслужбе можно сделать, по сути, вот именно. Вы не говорите этого, потому что вы меня разочаруете окончательно. Смотрите, я... Как вы не понимаете, что делать, вы зачем туда пришли? Да. Повышение качества жизни горожан. Вы не поняли. Все. Вы не поняли. Именно это я и планирую делать, устанавливать KPI. Но из-за этого зарплата чиновника никак не вырастет. Вот к чему я это говорю. И вырастет и учитель, и правильно, что делать? Правильно. Значит, нужно менять наполнять бюджет. Совести, родные, я же вам только что толковал. Не об экономике надо говорить, о совести. Бога надо вспомнить. Треба говорити про економіку. Давайте подивимося. З точки зору, скільки виробляється валового внутрішнього продукту сьогодні в Україні? Аж 27 тисяч гривнів на одну особу. Да. Так? Да. Яким чином нам піднімати заробітні плати там і так далі? Ніяк. За останні 10 років з України вивезли тіньовим способом 116 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, яким чином сьогодні, ну ми знаємо, от є інвестування в об'єкти сьогодні Миколаївської області. Проаналізуйте, звідки ці інвестиції йдуть. З Кіпру. Це які кошти? Це наші кошти, які вивозили 116 мільярдів. Зараз вони там так потихеньку ввозяться. Поки ми робимо все для того, щоб гроші уходили на Кіпр. Кіпр робить все для того, щоб гроші приходили туди. Уважаемые господа, у нас заждался зритель. Я боюсь, що за 15 оставшихся минут Сергій Бурковець так і не получит право виступити. Сережа, одну минутку, давайте зрителя послушаем, а потом сразу ви вже безо всяких скидок. Пожалуйста, говорите в ефірі. Добрый вечер. Я хочу просто обратиться к обоим налоговикам, которые у вас присутствуют. Никогда не наполнится наш бюджет до тех пор, покуда все наши мелкие предприниматели, которые занимаются реализацией товара, рассчитываются за наличный расчет. Вы, по-моему, прекрасно об этом знает. Никогда он не наполнится, потому что мы не знаем. Раньше был банк, сдали выручку, получили квитанцию, в конце месяца мы читаем. Мне кажется, что, судя по голосу, вы явно не являетесь вот тем вот самым частным предпринимателем, потому что в противном случае вы бы понимали, что говоря об этом, вы говорите об установке кассового аппарата. И поверьте, с вами бы не согласилась практически никто из наших зрителей, которых это коснется лично. Сергей Бурковец, пожалуйста, говорите. Да, очень интересная, живая такая дискуссия. И спасибо, что предоставили возможность. Вот я бы хотел также согласиться с коллегой о том, что
многие из нас выбирают свой путь и какой дорогой идти. Да? Будь то чиновник, который или человек, работающий на зарплате, он знает, что заканчивается месяц или начало следующего, он получает зарплату. Предприниматель или же руководитель предприятия – это немножко другие люди. Это люди, которые берут на себя ответственность. Например, возглавить предприятие, отвечать за это предприятие, отвечать за коллектив людей, за ту политику компании, которую он представляет, и масса всевозможных также обязанностей. Так вот, хотел бы, пользуясь случаем, призвать многих людей брать на себя ответственность, открывать предприятия или возглавлять предприятия, вести эти предприятия, даже не смотря на то, что тяжело, будет этот кодекс, не будет этот кодекс, нужно идти, закатывать рукава и будовать нашу державу. Для этого многого не нужно. Нужно собраться с силами и даже выходя из подъезда каждый день и идя на работу, например, пример, который, если месяц или два не открывается гараж, вот многие из нас автолюбители, да, многие гаражи, вот не пооткрываем зимой двери в гараже, они у нас уже заржавели, они у нас там тропинки не протоптаны, мы не откидаем снег и так далее. Поэтому то же самое, на наших предприятиях должны присутствовать нормальные руководители, должны бороться за коллектив, и я думаю, что все у нас получится. Спасибо. Спасибо. У нас остается совсем немного времени, но еще есть для того, чтобы все-таки вот вернуться к той теме, и я понимаю так, что коль скоро вы открывали передачу, уважаемые господа, то вам как бы логично ее подвести к концу. Но сначала все-таки давайте Валерия Ветрова послушаем, поскольку я так видел, что, Валера, было у тебя что сказать, когда вот зашла речь о предпринимателях, о разнице между частным, между предпринимателями и чиновниками и так далее. Я единственное, что хочу сказать, что я в последнее время буквально ежедневно вспоминаю старинную индийскую поговорку «Бедность – мать всех пороков». Вот вы знаете, с одной стороны, да, действительно, ну, когда бедный, так как бы вот уже, ну, и что ж тебя. А с другой стороны, вы знаете, вот я ежедневно вижу подтверждение многочисленное тем, как, того, как люди своей бедностью оправдывают все свои пороки. И вот что ты не скажешь, почему ты безинициативный, почему ты плохо работаешь, я же бедный, ну как вот за такие, ну ты же понимаешь, вот такой ты, вот поэтому вот Владимир Георгиевич, я с вами совершенно согласен, очень легко оправдать все тем, что денег мало, ну а что ж с меня возьмешь. Владимир, Валера, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что вот слушая Александра Сенкевича, мы когда вот проходили очередные выборы, предприниматели организовывали такие встречи с политиками, с теми людьми, которые собирались идти, мы еще не знали, что Александр Сенкевич тогда станет мэром, и все встречались и вели такую дискуссию. Вот предприниматели определяли свое видение, что они считают нужным делать, как они думают это делать, какие взгляды на государственный аппарат. То есть вот все эти вопросы, вот была такая дискуссия. И сегодня вот мы подошли как раз к этому времени, причем это касается не только Александра, это касается многих фракций. Все фактически взяли на себя обязательства. Сейчас вот бизнес готовит свои документы, и я думаю, что в ближайшее время мы встретимся и вместе будем как бы стараться все это реализовывать, все эти вещи. Я сейчас какое-то время нахожусь в Одессе, и можно сказать, что какая-то вот организация людей произошла. И вот сегодня очень важно в городе, вот есть вера у людей достаточно большая, есть такое восплощение, главное вот это использовать на сегодняшний день. Если это будет использовано, я думаю, мы достигнем с ним успехов хотя бы на уровне города. Хорошо, спасибо. Вот совсем коротко Валентин Бельский, и мы уходим на коды. Я бы хотел обратиться к нашему новому городскому голове и попросить его об одном. Пожалуйста, не погрязать в рутинных вопросах, в которых погрязает каждая власть, и вспомнить, откуда ты пришел туда. И что помогло тебе стать тем человеком узнаваемым, тем лидером, за которого проголосовал город? Человек успешный, человек-предприниматель, человек, который сделал себя сам. Я маленький пример приведу. Вчера областная государственная администрация города Херсон слушала известного человека Петра Яковлевича Калита о том, как совершить комплексный региональный скачок в конкурентоспособности. Они это сделали как второй этап после внедрения международного стандарта ISO 9001 в областной администрации. У нас там даже не знают, что это такое. В горисполкоме подавно.
Если мы будем дальше обсуждать многие эфиры, сколько зарабатывает чиновник, а потом переходить на всех остальных, то мы погрязнем в говорильне. Уважаемый Александр Федорович, обратите внимание на стержень: экономика, деньги. А деньги идут там, где есть порядок и система. И, конечно же, прозрачность. Но прозрачность нужна там, где есть система. Спасибо. У нас отлично складывается время. Господа, вы начинали. Единственное, давайте вот уже с этого края начнем, так, чтобы как раз Александр Федорович поставил жирную точку. По полторы минуты, только очень прошу следить за регламентом, иначе мы просто не вложимся. Что вы считаете важным сказать по окончании этих двух часов нашего общения? Вот, показывают 5 минут, то есть у нас осталось вот, по минуте у каждого. Ну, действительно, шикарная дискуссия, и будем надеяться, что она будет иметь продолжение, и через год мы встретимся для того, чтобы подвести, может быть, тогда сейчас, вот это короткое время, прогнозы, да, потому что мы говорили об итогах, все-таки о прогнозах. Фондовый рынок. Во всем мире люди покупают ценные бумаги для того, чтобы приумножить свое благополучие. Не исключение Украина. У нас тоже покупают ценные бумаги американские и европейские. Американские доллары, которые печатает казначейство, европейские евро, которые печатает Центробанк европейский. Но украинские ценные бумаги, как акции, облигации, за эти два года упали в цене в два раза. То есть, само собой, разумеется, по нашим прогнозам, в следующий год, ближе к концу года, этот тренд будет изменен. И вот тогда, наконец-то, национальный инвестор, самостоятельный гражданин, начнет покупать уже не иностранные ценные бумаги, а наши отечественные. И тогда, действительно, этот аппарат заработает. И вот вам еще один. Я начинал с лампочек, а перешел на более серьезную субстанцию, которая является тоже одним из вариантов мощного возрождения финансовой и экономики нашей страны, нашего общества. А через год давайте посмотрим, что получится. Спасибо большое, Владимир Владимирович, пожалуйста. Ну, по итогам нашей дискуссии, что нужно сказать? Я вот хотел, коллега говорил, значит, задача государства и всех органов государственной власти – это обеспечить наполнение бюджета. Вы прекрасно понимаете, что кроме предпринимателей в обществе есть пенсионеры, здравоохранение, освита, надо собрать деньги. Вопрос, правильно здесь говорилось, можно спорить о том 20-18%, но налоги во всем мире платят все. То, что там нанимают адвокатов, предпринимателей, чтобы обойти налог, это естественно, во всем мире это есть, и всегда бизнес был умнее. Темой нашей дискуссии сегодня мы не можем сегодня определить и предсказать, мы не Вольф и Мессинги, что примет Верховная Рада, какая будет сумма. Но задача сегодня, чтобы там услышали, вот правильно Ветров говорил о том, что предприниматель начинает свою борьбу, чтобы сегодня услышали, чтобы налоги можно могли платить все, они должны быть умеренными. Они должны быть умеренными, человек должен их платить, они, как министр экономики проводил пример, ну, 45%, там можно спорить, там больше, меньше, находится сегодня в тени и неплохо себя чувствует. И нельзя сказать, что эти деньги, наша гривня, куда-то на Кипре. Любая экономика может существовать и не платя в налог, потому что в сфере обращения, вы прекрасно понимаете, пошел, купил, и экономика будет работать. Задача сегодня, чтобы они платили непомерные налоги, они должны быть небольшие. И вся сумма-то налога, предприниматель платит единый налог небольшой. Самая большая – это социальный внесок, этот, который тянет ему на пенсию. Вы же вспомните, что раньше предприниматели платили незначительную сумму, она расщеплялась. А когда стал вопрос, и первая волна предпринимателей начала уходить на пенсию, она никогда не задумывалась, то она выходила на минимальную пенсию, потому что не было чего платить. И тогда возник вот этот налог, что нужно платить там 200 с чем-то было гривень, для того, чтобы они могли себе хотя бы обеспечить минимальную пенсию. Вот это для них очень тяжелая сумма, которая для них нужна платить. И сегодня никто там, скажем, не ставит задачу на областном или на городском уровне о том, чтобы полное взаимопонимание с предпринимателем. Я думаю, что и надежды предпринимателей, вот недавно была Рада, Валера присутствовал на этой Раде, где предприниматели говорили, что с приходом Сенкевича, значит, они там определенные надежды свои строят, и у них была там договоренность по решению вопроса. Я думаю, они решат. На областном уровне тоже ни губернатор, ни кто там, ни какие-то, скажем, там, препоны в развитии бизнеса никто не строит, старается найти взаимопонимание. Все это строится на более высоком уровне, то есть принимается какая-то законодательная база, а исполнительная власть она должна обеспечить. Что сегодня может налоговик говорить, что не выполнять законы, те, которые ее поставили на работу, он их будет выполнять, плохие или не или хорошие, то есть и какие примут, такие он будет выполнять. А задача уже сегодня предпринимательской среды, общественной среды сегодня довести до уровня Верховной Рады для того, чтобы они приняли законы. И тогда все будет нормально, и будет наполнение бюджета, и будет хорошо работать.
работать. Спасибо. Господа, у нас осталась, к сожалению, одна минута, поэтому я надеюсь, что меня просят Вячеслав Валентинович и Дмитрий Игоревич. Александр Федорович, пожалуйста. Ну, вы можете, помимо сообщения, сказать то, что вот вы считаете важным по итогу этой дискуссии. Но только за минуту. Хочу сказать, что сегодня прошла очень теплая и беседа такая понятная, конструктивная. Все, мне кажется, здесь не было каких-то антагонистов, все думали в одном направлении. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к людям и сказать, что нужно учиться вести бизнес правильно. Поэтому идите и учитесь. Ну, не просто взял, пошел, стал бизнесменом. Нужно идите и учитесь. Идите, учитесь и образование получайте, и в том числе становитесь специалистами. С другой стороны, хочу сделать техническую такую вкрапление. Сегодня у нас на пересечении Садовой и улицы Потемкинская произошла утечка воды, происходит она и сейчас. Мы намеренно сейчас ее не перекрываем, потому что, перекрыв воду, мы можем лишить город воды на утро. Поэтому прошу вас запастись водой на завтра, потому что завтра в 9 утра мы перекроем воду, и ее не будет от Малой Морской до Дзержинского, от Чкалова и на все соляные. Не будет микрорайон Северный, не будет воды, поэтому, пожалуйста, запаситесь водой на день. Ну, остальные жители города могут только посочувствовать. Что же мы тут сидим? Поэтому, пожалуйста, да, сделайте все возможное, чтобы завтра остаться с водой. Это надо начинать. Да есть. Так тогда бы не осталось ни одного человека в студии. До утра вода будет. До утра вода до 9. Вот дякую, дякую всім, хто був з нами. Немає часу на довгі прощання, але, напевно, це і добре, адже все, що можна було, не все, що можна було сказати, але було стільки вже добрих слів сказано наприкінці, що лишається тільки дуже сподіватися на те, що кожен з нас буде добре розуміти, що не тільки від того, що відбувається у державі, залежить його добробут, залежить його життя. Це залежить від кожного з нас. Так, і коли ми не будемо шукати виправдовування, будемо шукати засоби вирішення проблеми, коли для нас криза перестане бути проблемою, а стане викликом, стане новою можливістю, я впевнений, у нас все вийде. Дякую, що були з нами. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.